Формирование районного бюджета на 2006 год началось в августе. Сегодня главный местный финансовый документ вынесен на общественное слушание. Прогноз бюджета кратко осветила Ирина Цвигун, начальник Солнечногорского финансового управления. Предположительно, доходы в будущем году должны составить 626 миллионов рублей. 44% от общей суммы принесет налог на доходы физических лиц. Сумма расходов в два раза больше. Расходы на приобретение медикаментов и перевязочных средств определены в сумме 9 миллионов. На приобретение оборудования для сети здравоохранения предусматривается более 5 миллионов, на капитальный ремонт 7 миллионов рублей. Средства на развитие спорта и молодежной политики соответствуют нормативам. А вот на культурную сферу 63 тысяч рублей явно недостаточно. После войны экономически развитые Японии прежде всего сразу стали выделять огромные средства на культуру. И начался всплеск экономики и развития Японии. Все в этой жизни взаимосвязано. Обращайте внимание на культуру. На образование в бюджете предусмотрено 437 тысяч рублей. В частности, деньги пойдут на проведение капитального ремонта школ и детских садов. Ожидается увеличение расходов на льготное питание. Федеральное соревнование сегодня увеличено до 2 рублей 50 копеек вместо рубль 50. Вот. И вы знаете, что это только питание, сумма выделяется на одного учащегося. Покрыть все расходы будет возможно за счет помощи со стороны областного правительства. В будущем году оно гарантирует предоставить кредиты. По окончании докладов общественность смогла внести предложения и дополнения по всем пунктам документа. Желающих оказалось не так много. Этот мужчина просил рассмотреть вопрос о возобновлении строительства поликлиники в поселке Андреевка. А пенсионер ратовал за создание памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны. Заявки были зафиксированы и приняты к сведению. Материалы слушаний и проект бюджета будут переданы на утверждение депутатам Солнечногорского района. И поскольку не было подано заявок